Детские сады Химок вслед за школами обзавелись своей символикой. На торжественной церемонии руководителям образовательных организаций вручили сертификаты о внесении гербов и флагов в регистр Московской области. С такой инициативой еще несколько лет назад выступил глава Химок Дмитрий Волошин. Это не просто символ, это не просто рисунки, это часть нашего с вами флага городского округа Химки. Это часть нашего с вами герба городского округа Химки. И действительно, как сейчас было сказано, каждая школа – это отдельный мир, каждый детский сад – это отдельный мир. И с этого отдельного мира начинаем сегодня. В основу каждой эмблемы легли рисунки детей. Например, детский сад номер 11 изобразил подкову с семью звездами. Они означают воспитанников сада, малышей до 7 лет. Плюс, по задумке воспитателей, герб должен быть не только красивым, но и понятным для детей. Сегодня ощущение совершенно праздничное, настроение такое поднятое. Большое спасибо главе городского округа Химки. Теперь у каждого детского сада Химок и школ существуют свои отличительные признаки, знаки, свой герб, свой флаг, и дети наши будут с достоинством, я думаю, что нести данный вот как бы вот этот символ с собой по жизни. В прошлом году гербами и флагами обзавелись более 30 химкинских школ. В Московской области только образовательные организации округа имеют официальную геральдику. Пример с Химок берут уже другие регионы страны. Сейчас школы Костромы разрабатывают свою символику.